берем тот же крючок, неважно, или берем побольше, лучше побольше возьмем. И все-таки взгляд не грустный. Возьмем побольше крючок. Оптимистично настроенный взгляд. Берем побольше крючок. Слушай, можно дам тебе один фотографироваться? Ну, дам сфотографироваться, да. Паспорт. Я жене хочу подарить, она любит все глазастое. Ага. И острое, да? Так, этот мы сделаем в каком цвете? Сольфрам хотите? Давайте сделаем. Давайте сделаем в белом. Давайте. Чтобы сделать вольфрам, берем крючок. Ну тут побольше цвету, все-таки побольше размер. Для отставших. Что это за штучки? На руках. Клей. Это вот такой демоклей, да? Термо. Такие. Которые порезаны на вот такие колбаски. Термопистолет, а он есть. Ну, у нас обычно всегда белые. Ну, это белые, вот, да. В прозрачный добавить обычные вот эти косметические. Да, блестки. Блестки. Значит, как мы делаем с вольфрамом? Надеваем одну шайбочку. Тоньше, да, чем обычно. Потому что нам надо посередине вольфрама. И, допустим, туда суем. Это гораздо быстрее, чем эбоксидка обычная. Берем вольфрам. По-другому. Неважно какой, смотря какая глубина надо. Вставляем его сюда. И сделаем, например. Красный. Так, ты ложишь, чтобы было или видно. Синий. Давай сделаем. Двуцветный? Да. Синий. Давайте синюю сделаем. Красненький тромодол. Мы не в курсе. Я тоже. Точно так же одеваем, у нас получается две шайбочки, между которыми бутерброд. Бутерброд. Такой, знаешь, как. Угу. Поджигаем огонь вечный. Делаем ту же самую процедуру. Главное не закоптить. Главное не бояться. Не, что-то так уже совсем уже. И оно сильно не дымит. Далеко, близко очень было. Вот сейчас, когда оно оплавилось, нам надо его съедать. Как-то склеить. Склеить, закрыть. Ой. Ну ты сейчас форму не придаешь, да? Просто склеил, чтобы оно. Не, я сейчас форму не продаю, и теперь я вместе с этим приблизительно двигаю там, где у меня он будет. Потому что вольфрам надо где-то все-таки, наверное, впереди, чтобы был груз. Смотря что мы хотим достичь. И дальше уже по знакомой процедуре. Ждем состояние такой мягкой капли, такой густой. Так, вот приблизительно. Там написано. Приблизительно это уже получаться начинает. Ты сфокусировал? Игорек, ты столько интересного пропускаешь, что прям барменство какое-то, я не знаю, как это назвать. Медитация. Тут, да, да. Смесь культа. Андрей вошел в нирвану. Уже круглый шар появился. Ну так вот он должен быть такое. Сейчас опускаем, да? Не-не, подожди еще. Подожди еще. Стеклодувы, они сказали еще. Стеклодувы, я же вот крутится в голове. Сейчас надо поймать этот момент. Когда опустить? Когда вроде мазать можно, но есть еще нельзя. Помните этот анекдот? Я подувать. Можешь подувать, пожалуйста. Это быстрее будет, да?
Как раз, не знаю. Как раз перед этим поработал с оленьим мехом. Я же поэтому говорю, ничего лишнего не должно быть. Ждем. А послушай, ну знаешь, когда вот молоток слетает, да, да, у тебя, да, то ты должен постучать его, чтобы сел. Ну это когда ускоряешь процесс. Хотя это где-то... Оно потом стучит, когда по камешкам, знаешь, когда там ракушки нет, оно запоминает этот звук и сам издает. Если его куда хочешь. Ждем. Не хочет так сползти быстро, как мы хотели. А вовнутрь же можно закатать что-то люминесцентное. Да. Я ж про это какой-то. Так вот, светонакопитель. Хотя вот этот белый цвет в воде светится в ультрафиолете голубым. Просто белый. Угу. Покажу. Очень интересно получается. Ну. Наверное, вольфрам быстро вставает. Да, есть такой за того, что силикон, вольфрам, ну, называется цвет сиреневый. Ну. Можно сделать. Был немножко другой цвет. Когда? Не, на самом деле я смотрел в интернете, вот эти продаются, да, всех цветов буквально радуги. И их используют в прикладном искусстве, там всякие художники, декораторы, что-то еще они там украшают. Да, Я думаю, что можно на Алиэкспрессе просто их заказать на доллар 100 штук. Да, начинают. Ну они стоят, значит, в интернете видел там от 5 что-то, а до 7 долларов пачка, 7 миллиметров, 10 штук одного цвета. Сейчас здесь семерка, да, получается? Тут семерка, да. Я думаю, что больше и нет. А для такого размера оптимальной толщина, потому что есть толще. Если тоньше, да? А если толще, ты берешь ножиками себе, вот обрезаешь себе больше, как хочешь. Ты можешь их на квадратики приходишь, в любом случае оплавляется. Угу. Сейчас еще. Может, не надо, можно? Можно и так оставить. Теперь мы переходим к водным процедурам. И делаем. Ага, уже водное не получается. Поэтому, в принципе, ну можно и так даже оставить. Красиво. Форма красивая. И цвет красивый. Не замыть, не помыть нет. Цвета не можно и намешать, когда вот это все, ну, нагреть, потом не это нет, вот без воды прилепить, перемешать, оно будет такое, как крутится и вертится шаровое. Тебе зачем? Такое для херобуны? Что его тяжело, ну... Он же не херобуновый. Убить его как-то тяжело, чтобы не слезло как-то. Да? Не, оно не убиваемое, по всей видимости. И не надо. Ну что, у тебя осталось тогда у него корабль? Нет. Ты видел его только? Ему парусность в воде не меньше. Ну, вообще супер, такая удочка, блин, класс. А? Подумаешь. Ну, не клинкан, это херобон. Продается. Что продается? Уже первое соревнование херобон. По херобоне. Даже были соревнования, да, по херобоне. В Сибири. Да. Только не понял, они раздавали херобоны, да? Слышишь, я не понял, там кто-то выиграл или не выиграл. Рома Бадардинов, по-моему, выиграл. Придаем, можно ему еще сделать более плоскую башку. Это уже. Все. Стало. В общем, можно. В принципе, можно делать мокрыми пальцами, формировать все то, что вам нравится. Как пластилинчиком, но только мокрыми, все-таки оно горячее, будет неприятно, если потом прилипнет, и это все пойдет на смарку. После этих водных процедур оно встает матового цвета. О. Поэтому я, например, делаю, я его еще раз прогоняю сквозь огонь воды и медные трубы, чтобы придать ему блеск, и оставляю так. Вот смотрите, да, вот? Да. Он сразу начинает блестеть. Вот опять что нравится, потому что этот материал он продается и без блесток, просто есть однотонные, и поэтому можно
делать все что угодно. Ну, вроде. Так вот. Придадим ему чуть-чуть такое сопротивление здесь, чтобы он все-таки как поппер был немного. Все. Думаю, что... Давай нарисуем глаза ему. Пока они будут сохнуть, мы будем мотать ему. Так, берем ту же самую снежку. Я когда-то рисовал спичку. Можно спичкой. Пятачок идет такой, что он так коснулся, раз, и все. Да, примерно. Ну, то есть, ну, такой. Он чуть толще, чем иголочка. Так уже всему рисуем глаза. А? Вот и пускай они пока сохнут. Поэтому я предлагаю, пока они сохнут, да, мы сделаем это на другом. Хотя нам бы, конечно, этот. Пробуем его. А вот смотри, вот, вот как светится, видишь, какой это светится белый цвет, интересно. Угу. Синий видно, Дима, да? Да, 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 внутри, внутри. Ну так он изнутри светится. Так, пока сохнет, мы дальше аккуратненько делаем все то же самое. Обрезаем лишнее. И тут. Не обязательно сильно виточек виточку, но доводим приблизительно. Вот сюда мы довели. Потом берем мех такой. Не, это койот. Да, Эль Койот. Так как у нас крючок достаточно крупный, можем сделать хвостик с него. Всегда замеряем, сколько нам надо. Фиксируем, смотрим, коротковато, да? Мы выдвигаем все, сколько. Нам надо, я думаю, вполне. Ну, можно не обрезать, потому что нам все равно объем тела надо делать. Так как у нас он утяжеленный, все-таки промотать его. Можно тут нитки не экономить. То есть, наверное, так. Дальше берем 5-6, кому как удобно. Павлина. И вяжем, начинаем не с толстой стороны, потому что такое хрупкое, а все-таки с тонкой. Тут в конце часто бывает, что он обрывается, поэтому ищем слабое место. Оно обрывается всегда в слабом месте. Вот эти кончики, чтобы у нас в конце не обломались они. Это мы использовать будем как для тела. Thank you.
Закрепляем, фиксируем. Это у нас будет у тела. В конце, в том месте, когда мы будем здесь мотать, сильно не зажимаем, потому что можем поломать ось пера. Дальше все-таки нам надо взять какой-то любой даббинг, чтобы сделать объем. Ну, раз уже использовали зеленый шатрес, наверное, пускай будет он, просто нам надо создать этот конус. Создаем просто здесь утолщение, на которое потом у нас пойдет основное тело. А тут Дима все равно, потому что мне надо создать, выйти. Это можно, конечно, пойти из зайца сделать, чего угодно. В любом случае он тонущий. Просто этот сейчас под рукой. То есть это уже можно. Тут не принципиально. Нам создать надо этот объем. Проматываем его. Ну, наверное, бы еще чуть-чуть. Ну, приблизительно так. И дальше берем павлина, скручиваем немного и начинаем формировать уже тело. Нам этом сейчас его добьем другим. Не темным даббингом здесь. А? Темным даббингом. Да, мы сейчас. Так а зачем? Будет точка атаки такая. Ну да, мы просто я сейчас добьем. Просто сейчас мы внесем один элемент. Можем сделать еще здесь воротничок. Можем не делать. Или возьмем еще. Ёршик, ёршик. Ёршик? Ёршик. Ёршик. Можем? Ёршик. Давай можем сюда. Какого цвета ёршик поставить, Дим? Туда? Да. Белый, если есть. Белый есть. Или гризлик? Есть и белый, и гризли. Гризликом. Возьмем гризли. И попытаемся. Вот гризли. Такой, наверное, будет нормальный. Пропорции какие-то должны быть у ёршика? Там ну, до цевья, например. Ну, в данном случае больше бычка будет. Мы сделаем как бы имитацию плавника, ножки, смотря какую рыбу мы будем иметь в виду здесь. Поэтому можно сидисиха, она будет воздух цеплять. А есть другой вариант, да, сидисиха. Думаю, больше не надо. Как говорилось, если для себя 5 раз, если на продажу 3. А, да. Не, ну,
Все делаю как для себя, поэтому. Так, то есть у нас получился такой бы ёж, да? Теперь бы я все-таки чуть промазал бы. Наверное. Клеем бы все-таки промазал немного, потому что диаметр большой. Ну, типа того. Сейчас мы пока сделаем не окончательно. Закрепим, да? И все-таки, может, украсим даббингом. Чем-то серым. Или вычесать его, потому что... Еще и вычесать? Ну. Давай попробуем. Берем зайца и все, потом вычешем больше, наверное. Еще можем. О, шик модерн, что-то. Высший люкс, перший класс. Так, теперь мы делаем, фиксируем. Дима, что там так? Какой послушный ребенок. Мне просто записывать нужно было, потому что зажать на нем. Тут залезло немного, ну ладно, пускай так останется. Так, теперь у нас чесалка была, можно его расчесать. У нас получится. Так, а теперь мы сейчас мы это попрячем. Маркер. Теперь доводим уже до конца. Надеемся, надо чуть подольше все-таки оставлять. Зрачки. Немного разные. Один глаз смеется, другой плачет. Ну. Да, чтобы рыбу запутать. Ну да, чтобы она не это вот. И переходим к той процедуре. Транжира. Не, я просто сразу. Нет, он просто обычный среднестатистический глянь. Так, и теперь мы, вот смотри, вот как светится, да, интересно, синий, смотри. Белый светится, под синим. Сейчас мы ему сделаем глаза. Плюс у нас есть тут еще одна точка такая, мы сейчас ее добавим туда. Тоже мы сделаем, она будет светиться в воде. Чуть-чуть лака туда этого кинули.
и зафиксируем здесь. Видишь, как светится? Вот, то есть это дополнительно будет точка атаки. Возбудитель ему. Под хвостом. Ну да, можно сделать красного цвета, это будет типа геморроя, а это что-то зеленого наелось. Что, принцесса, все нормально? Ну, как бы, наверное. И как он будет называться? Ну, рабочее название у него Альтерка. Коня его как-то прокрутил. Вот, допустим, вот так вот, да? Допустим, смотри. Нет? Или синее сливается? Отлично. Отлично.